Вы смотрите обзор товара цельносварная теплица плюс, 6 метров плюс поликарбонат. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Ширина теплицы – 3 метра. Высота теплицы – 2 метра. Длина теплицы – 6 метров, удлинение – 2 метра. Двери – 2 штуки. Форточки – 2 штуки. Шаг дуги – 0 метров 67 сантиметров. Горизонтальные направляющие – 5 штук. Материал каркаса – оцинкованная труба 20 на 20 мм толщиной металла в дуге 1,0 мм или 0,65 мм. Снеговая нагрузка – 100 кг на М2. Расход поликарбоната база 3 листа, удлинение 1 литровист. Размером 2,1 на 6 метров. Вес каркаса. Толщина металла 1,0 мм. База 54 кг, удлинение 14 кг. Толщина металла 0,65 мм. База 46 кг, удлинение 13 кг. Габариты при перевозке. Толщина X, ширина X, высота. База 0,7 на 3,0 на 2,0 метра. Удлинение 0,6 на 3,0 на 2,0 метра. Ножки для крепления в землю, в комплекте 24 см. Крепеж в комплекте. Отверстия просверлены. Кому подойдет эта модель? Усиленную теплицу Агросфера Плюс выбирают те, кто ищет повышенную надежность. Практичная и эстетичная Агросфера Плюс имеет больше дуг, чем базовая модель Агросфера Стандарт. Преимущество такой конструкции – особая прочность каркаса и более равномерное распределение снеговой нагрузки на сотовый поликарбонат. Усиленная конструкция. Обладая прочным сварным каркасом с увеличенным количеством дуг, шаг дуги – 67 см, теплица Агросфера Плюс выдерживает снеговую нагрузку 70 кг на М2, соответствует 30 см свежевыпавшего снега. Это значит, что покрытая поликарбонатом теплица спокойно переносит снежную российскую зиму. Защита от ржавчины. Цинковое покрытие прекрасно защищает каркас теплицы от коррозии. Стальная труба оцинкована полностью с наружной и с внутренней стороны. Теплица Агросфера Плюс будет верно служить вам долгие годы, не требуя дополнительной антикоррозийной обработки. Забота об урожае. Теплица комплектуется качественным и долговечным сотовым поликарбонатом. Полная совместимость с системами капельного полива и автопроветривания. Мы сами выращиваем овощи, поэтому точно знаем, что нужно для хорошего урожая, и воплощаем это в теплицах Агросфера. В комплект входит. В комплекте все необходимые для сборки болты и саморезы, а также тобразные ножки. Фундамент для установки не требуется. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.